Ребятки, всем привет, меня зовут Залман, и добро пожаловать на канал Hunter Zone. К сожалению, видеоролики выходят сейчас немножечко реже, потому что на них требуется чуть больше монтажа, так как объемы материала зашкаливают. Его прям очень много. Но, в принципе, я с этим справляюсь. Спасибо вам за поддержку, у нас уже 571, ну, на момент монтажа видеоролика. Я их заливаю заранее, чтобы на всякий случай не пропустить день публикации. Присаживайтесь поудобней. Давайте начинать. Так, пошел я пока рубить. А, так. Вот так. Опа. Бля, ничего не вижу. Не, бля. Я тут приболел, походу. Бля, как так-то? Я вообще ничего не вижу. Так, 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 давай. Так, как мне их отсюда... Как мне их отсюда вытащить, а? Только если разрубить... И трактором по одному бревну. Так, 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 так. Теперь главное не уронить. Сука, они здоровые. Давай им уж как-то вот так вот сейчас. Не, все-таки это, ну, как бы... Херово вилочный захват. Давай. Так, так. И чё? Бля. Ну чё ты? Сука. Так, так. Так, 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 так. Так, так. Давай. Нормально. Так, есть. Так. Так, 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 так. Так. Ну бля, ну по одному дереву, ну это вообще это писец. Так, 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 так. Стой. Бля. Не, ребят, извините, я, наверное, все-таки сейчас эти все дрова сюда перетащу, а грузить буду уже трактором. Вот что-то это бред какой-то. Так по одному бревнышку возить это. Так. По 6, окей. Сейчас еду в магазин. Покупаем ту приблуду, чтобы лес перетаскивать на тракторе. Так. Сейчас проверим. А, пак КамАЗ 117. Ага. А тут лесовозный прицеп у нас сколько минимум стоит? 25, но это для трактора. Надо сюда погрузчик купить какой-нибудь. Все, поехали обратно на нашу базу. Тара-тара-тара-та. Тара-т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 а. Так, сейчас попробуем
Будет она таким образом работать. Не будет. Или не будет. Будет. Зашибись. Окей, хорошо. Работает. Мне интересно другое. Надо разобраться с этой дорогой. Ну вот так. Че, погнали сухостой? Давайте, наверное, сразу на тракторе. Вот так. Так, давайте, наверное, пока вот это вот сюда у нас пойдет. Бля. Да, бля. Так. Так, все. Стой здесь. Погнали. Так. А, вот это да. Так. Та-ра-та-ра-та. Так, ну давайте попробуем. Так, о. Прицепить к дереву. Ага. А, я сразу от него и могу прицеплять. Я себе. Так. А где у нас еще деревья, которые я рубил? R. Походу B надо, да, нажать. Сейчас мне надо это. Что? Опустить винч. Отцепить дерево от домкрата. Ctrl K. Давай. Ну-ка, сейчас попробуем с разгончиком. Так. Давай. Отцепить. Ну-ка. Ой, бля, что я делаю? R. Тянуть трос. Сейчас мы их поодиночке тогда вытащим. Давай. Вот так вот. Ладно. Я себе улетел. Так. Опа. Так, ну вот так давай попробуем сейчас. Ой. Вот, работает. Хорошо. Я сюда, наверное, какой-нибудь гусеничный трактор. Он бы прям хорошо сюда подошел. Сейчас ветки отрублю, чтобы чуть хоть что-то видеть. Да. Так. Ой, так. R, B, R. Так, и вот этот кустик вырубить, чтобы он не мешал. Все. А, и вот этот. Извините. Greenpeace, к сожалению, иначе никак. Поехали. Так. Ладно. Вот так. Сейчас мы чистим это все. Вот веточек. Я уже не вижу, куда я, блядь, иду вообще. Где я? Так. Ты меня узнаешь полюбы. Так. Все. Погнали в магаз. Ой. Так, надо заправить, кстати, его. Точно надо, блядь, бочку с топливом купить. Надо же белорус еще заправлять. Ой, блядь, белорус МТЗ. Да иди твое налево. Все, короче, вот так. Точно, надо еще бочки взять. Бочки. Поддоны, тюки, контейнеры. Поддоны, по-моему. Вот так вот берем, закатываем. Здесь ставим на ребро, закатываем внутрь и выставляем. По сути, это не так сложно. Ну, как бы для меня не сложно, потому что я вот, ну, как бы знаю, как их грузить. Вот так, все, погнали. 540 литров топлива, хорошо. На превьюшку тоже пойдет. По полям, красный трактор едет к нам.
Так, раз, два, три, четыре. Так, все, пошли выгружать это все. Бля, звук как у косы. Или бензопила, или мотокоса вот этот вот. Так. Все, погнали. Может, сейчас что-то получится. Так, стоп. Так. Тянуть. Б. РБ. Б. Бля, я сейчас, ну, нахуй орать буду, если он не потянет. Ладно, попробуем сейчас тогда иначе. Сейчас попробуем тогда хотя бы вот эти два. Ой, чем богаты, прими домовой. Так, давай, 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 давай. Ну, давай. Ну, примерно вот так. Угу. Б. Да, нет, он нажал. Еще можно что-нибудь? Нет? Да, можно. Угу. М. Давай, давай, рассматривай. Давай. Давай. Собака сутулая не тянет. Так. Сейчас еще. За заборчик сейчас встанем. О, я знаю, что сейчас сделаю. Ну-ка. Блять, не то сделал. Угу. Все, сейчас мы здесь поставим один упорчик. Вот такой вот у меня сейчас план. Он сейчас упрется. И потянет деревья. А, стоп, я сейчас еще отпущу. Так. А, и что я? Я ж могу это. Ебать тебя плющит, друг мой. Еп. Ага. Сука. Понятно. Херня. Забор. Хе. А почему у меня Simple Is включен? Ну что, ребята, на этом, к сожалению, все. Как вы поняли, у меня подзависла ферма, и в итоге она вылетела. Естественно, сохранений не было, поэтому какую-то часть контента мне придется делать заново. Но, соответственно, уже без съемок, чтобы вернуть хотя бы что-то похожее. Либо захватить чуть-чуть иного геймплея. Ну а если вам ролик понравился, ставь лайк, пиши комментарий и подписывайся на канал. С вами был Залман и канал Hunter Zone. Всем спасибо и всем до новых встреч.